Я в нем буду как контуженный. Не понимать, что происходит, кто кого где, зачем. Плюс один. Такой сюжет. Нам нужна эта шляпа. Короче, Артём. В общем, знаешь, говорят, нужно отыгрывать роль. Я все забыл. Вот. Мы сейчас будем играть реально как орки. Я сейчас пробел буду постоянно нажимать. Артём, как блокировать? Где вороты? Какая кнопка? Почему щита нету? Черт, у меня капитан... Подожди. А, вот мои. Охереть, я уже потерялся, где я? Артём, что это все значит? Не, браток, я-то подумал, может все-таки поставить русик. Хотя... Тебе что непонятно? Просто жми кнопочки, Артём, это зрение сложность. Как можно сдохнуть? Все понятно. Нормально все. Чё тебе прочитать, говори, давайте прочитаю. Да, нормально, все разберемся. Братан. Тут есть предмет инвентаря, ошметки Гиббонза в выбранной дополнительной экипировке. Я хз, что это такое, просто, Артём, гоу, просто гоу, сейчас, подожди, послушай. Чё эти остроголовые себе думают? Они же оркам в подметки не годятся. Видно, что не воевать пришли. Мистер Остроум, собирай ребят! Господи, какие актеры ужасные, а. Почему нельзя заорать? Уаах! Вам что это? Что у вас? Вас там разрывает? У меня есть фугасный ракетомет, окей, открывашка есть. Капитан Бла... А, это Блад Флагу. А мы на какой сложности играем? На средний? Ну, короче, изи мод. Мы на средний и без дополнительных заданий. А, окей. Потому что они так нужны. Боевой сок. О, лечит орков, усилит их способности. Короче, ори, я буду тебе это... Сачку наливать. Сачок. Что там хоть за навыки-то есть? Ёпт! Какие сложные буковки. Как много буковок. Буковки! Я не помню. Не помню ни хера уже. Ладно, по ходу дела разберемся. Надо, знаешь, чтобы, везде было написано вах, 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 вах. Они же орков. Я готов. Можешь нажимать. Так, что, куда пойдем? Так там одно задание. То есть, обычно все пропускаем, да? Да, Тифон примарит, так он, они недоступны все равно. Артём, у тебя скрипки на заднем фоне, реально. Хадзимира нанял. Я не знаю, почему это. С Ксюхой играли, вроде не жаловалась. Что ты такой привередливый? Да. У тебя это, знаешь. Может, у меня галлюцинации слуховые? Не-не-не, у тебя просто... Чуткий слух? Как это? Чуткий, да, такой очень слух. Медведь мне не наступил на ухо. Тебе надо просто в консерватории преподавать. У меня, в принципе, музыка такая же будет, как у тебя на заднем фоне. И все. Я могу быть этим. А что мы делали? Мы этих брали или стражу? Аппаратом жизнеобеспечения. А, у нас. Ой, у нас есть персонажи? Я хз, Артём, слушай. Так, подожди, а кому ты поменял? Подожди, ты мне, по-моему, поменял. Да. Не, по-моему, себе. Не, я себе поменял. Окей. Все, let's go! Я не могу, кстати, Вроде let's go началось или нет? Нет, по-моему, забаговало снова. Потому что тыкаю на задание, и оно недоступно. Я что-то не то нажал, короче. А что нажал? Я тогда... Пошло дело. Все? Мы начинаем, нет? Ты знаешь, что мне на заднем фоне напоминает? Музыку из это, какую-нибудь, знаешь, из ближнего, с Ближнего Востока, какую-нибудь шахидку, знаешь, говорит. У меня вроде ничего такого не играет, я как бы это не обратился к исламу сейчас. Ты уверен? Может быть, тебя обратили, пока ты спал? У тебя там это... В радикальный ислам это ступиори, как они там называются? Барашков нет? Принял ислам, это, короче говоря, когда это самоубийство совершаешь. Не, серьезно, что делать? Я вот не нажимаю и... Артём закручивай, я выйду, сейчас, я выйду. И ты меня заново пригласи. А, нет, лучше ты выйди. Выйди ты.
Ага, окей. Окей, клиент заключился. Я по-прежнему здесь на карте. Сейчас вроде, но... Отчет идет, и звук отчета слышно. Да. Я просто ничего не тыкал, это я просто тыкнул на смену отряда. Понятно, все испортил. Опять. Это не я, это Sega, или кто там сейчас правообладатель? Это не все. О, кто на этот раз? Я не помню, у тебя была эта же система или другая? Не, у тебя же прос сейчас другой, сейчас должно все быстро прогружаться. Да прос не, припомни запрос. До этого играли вроде с такой же, нет? О, и вообще все классно. Орки. Орки. Рабы императора прислали орков. Даже переводить не нужно. Артём. Господи, зачем мы это смотрим, а? Артём. А, кто это? Чё за мужик какой-то? Спасибо тебе, и почему это какой-то фон непонятный тут у него? Действительно. Может его звать магнитательный? Он вдолбанный. То сможешь первым узреть рассвет экстерминатуса. Экстерми что? Ролик, Артём. CGI. Это мы видели, да, ведь? Теперь пора исполнить наше предназначение. Ага. Сохраняя верность Богу Императору, нашему бессмертному... Ну, это, видимо, первая миссия на этой планете, нет? Нет, мы просто продвинулись дальше. Нет, это уже третья. Мы продвинулись по сюжету. Артём, у меня 45 FPS CG катсцене. Артём! 45! Я не знаю, я без фрапса. Без Shadow Play, о чём там записываю? На камеру. Телефона. Помню, кстати, видяки с видео, парень Mass Effect на камеру записывал. Норм. У меня вот сейчас катсцена то ли глючит, то ли она реально должна быть такой замедленной. Да, по-моему, так и есть. У меня потому что... Ну что, замедленно идет? О, это там, где бежать нужно. Оооо, фак! Да, кстати, да. Короче, ран. Мы за хаос прошли на последней сложности. Здесь просто ран. Сейчас-то вообще есть загадочки. Продорки какие-то не очень быстрые. У нас есть... Ах, Йороча пушка. И нога горка есть. Артём, многогорка. Многогорка? Многогорка. Это вместе надо, да, произносить? Да. Это горка, по которой съезжаешь ногами. Я не знаю, что происходит, я просто иду вперед. Мне. Окей. Сочку выпил, погнали! У меня еще есть самопальное силовое поле, не знаю, что все это значит. Бомба есть. Есть бомба и... Я короче, бомба. Все, поехали. Я все понял. Почему нас эта херня не повредила, хрен его знает. Короче, мы прошли хаос до последней сложности, теперь можем тупить. За орков особенно. Не, знаешь, у меня такое чудо, что вся компания будет проходить, знаешь, как в каком стиле, просто нажимая вперед. До тех пор, пока не встретим первых врагов. Убиваем снова, нажимаем вперед. Ну, по-моему, да, так это... все будет. А, может, китайцев нажмем, чтобы нажимали кто-то? Да что там китайцам идем, вон децат. Хоть зайдем. Может, забьем на них? Может, просто пойдем налево? Нет, там нам вперед, нет, вперед нельзя, по-моему. Ой, по-моему, там больно сейчас будет кому-то. Артём, ну что ты делаешь? Артём, это средняя сложность! Уворачивайся. Нормально. Ты играл в Dark Souls. Ты умеешь уворачиваться. Перекатики, укрытие. Пошли, пошли, пошли. За нами, короче, двое чуваков бегут, они сдохли просто так. Алкоголизм до добра не доводит. Ну, нам или же... поклонение сатане, тоже, наверное. Артём, вот не надо боготворительное дело, пожалуй, сравнивать с адскими муками. Что там и что, выбирай сам.
меня какой-то супер дальнобой, и у меня гранатомет плюс огнемет. А ты, видимо, ближний бой. Все, Артем, я понял. Смотри, ты ближний бой, ты мясо, а я, короче, дальнобой. What the fuck? Артем, там уже бомбежка будет. Артем, ну бомби же. Да, да. Ты специально это сделал, да? Окей. Да. Я тебя подлечил, не ссы. Артем, не ссы, это всего лишь нормал. Меня затрахала эта волна накрывать. Как будто я рядом с Москвой рекой стою. Я волна полная говна или еще что-то типа того. Ну типа того, да. Почти. Нет, все нормально было с громкостью у меня, я просто в меню она тихая была, поэтому я поставил погромче. Так, а теперь она слишком тихая. Короче, я не знаю. Ненавижу игры, в которых ты вот ползунок чуть-чуть трогаешь, и все, короче говоря, у тебя громкость сразу снижается в миллиарды раз. Ой, Зантроп, прикинь! Что? Нету Зантропчика. Он забил. Не стой, я тебя подлечу, если что. Ау. Ау. Ау, ау. Не-не-не-не-не-не-не-не. Там орки. Ау. Ну я хотел забить тебе этого шкворня. Не дали. Готовы. Серьезно, зачем нормальная сложность в этой игре? Даже неинтересно, не здесь даже кнопочку X не надо нажимать. Я пробую пройти остальные миссии, не нажимая кнопочку X. По-моему, мы один раз нажали уже. Да. Может, ачивку дадут. Скрытую, да. Супер скрытую ачивку. Ой, почему тут жужунчики бегут. Нас? Ну а это типа другой клан орков. Идем. Грамотно все объяснил. Это другие орки. Ой, смотри, парень справа бежит. Что сделаем с парнем справа? Орки, да? Нет, это нормально. Это как макароны хлеб. Что-то он нас игнорирует, по-моему. Да вообще козел, погнали его забьем, урода. Всем охерел. Там еще один шушунчик идет. А, во-во-во, он возвращается. Нет, он подумал такой, не, ну нахер, они орка убили одного. По-моему, все бегут, и нам стоит подчиниться общей тенденции. Да, погнали отсюда. Ой, по-моему, Артем сейчас будет больно. Неудачненько. Ой. Да почему я уже пробежал это место? Игра говно, короче говоря, все понятно. Все понятно с ним. По-моему, это просто, знаешь, такие статистически пробегающие полубоссы, все эти корнифексы и прочее. А может он спешит на тузу корнифексов? Откуда ты парней вызываешь? У тебя вызывалка есть или че? Каких парней? Ну вот, нас что-то больше становится, вот. Да? Отряд нобов, рубаки. Откуда рубаки? Ну, видимо, это как раз способность этого. Орка пирата. Понял. Че он там говорит? Помнишь, как мы парились с ним? Сейчас, короче, будет изи мод. Пайфак, пошли. Хватай, парни! Быстрее уничтожайте врагов. Стрелки готовы. Вот так! Те парни только что захватили для нас точку! А, стоять! Можно же призывать. Фак, я что-то забыл совсем. Точно, можно же призывать, Артём. Давай, отряд... давай нобов вызовем. Я нобов вызвал по максимуму. Далее. Все, let's go! Тут и они там. Короче, сейчас будет все очень плохо. Артём, мы мешаем друг другу пройти. Мне пофиг, ящички. Ящички.
Пролейте кровь, чтобы приманить чипи. Артём! Проходим! Не задерживаемся! Немножко это... Застряли, парни. Я поставлю орущую пушку. О май гад. Как поворачивалось странно. И чё? А где ещё кровяка? Сколько убийств? Фак. Я только сейчас увидел то, что этих нобов к стражам можно прокачать еще. В смысле ауру вах? Или чё? Нет, в смысле оружие другое дать. А. Окей, да, как бы. Короче, мы все забыли, ладно. Чё там лечить нужно? Нет, я не знаю, я подлечу на всякий случай, мало ли. Ты их выстрел, что ли? Они такие из тебя появились, знаешь, споры выкинул. Ой, там еретики справа. Или еретики? Блин, прошло полгода, я так и не узнал, куда ставить ударение. В этом слове. Еретики или еретики? Я не знаю, там парниша что-то делает, окей. Хотя что-то происходит. Если вокруг тебя зеленый ромбик, то это хорошо, наверное. Да, очень хорошо. По-моему, пара ребят справа забыл. Ребят справа? Нет, а, эти-то? Ну они держат как бы этот правый фланг. Я не думаю, да, что они нам конечно, нужны. Конечно, они держат. Просто вызвал и забыл про них. Да! Да нет, нет, на самом деле, все тактически продумано. Да. Я тебе говорил, вот смотри! Да тут только что враги были, ну. Тут только что были враги, и они, естественно, профукали все. По-моему, здесь наш самый главный враг — это время. Ну, кстати, да. Надо какой-нибудь большой отряд есть где-нибудь? Я хочу многогорку замутить. Получилось, ладно. Во-во-во-во. Сейчас будет нога! Артём, нога! Это была нога? Я убил своих? Ладно, окей, неважно. Не впечатлило. Да, что-то как-то совсем... Опять ты высрал, окей. Ребята, слушай, каждый раз очень разные. Фигась. Продумано. Поджига. Пошла. О, точно, персонажа же можно прокачивать. Угу. Там увеличение энергии, здоровья, увеличение урона. Все, короче, все потратил. Молодчик, че. Ты бы мне оставил, че. Упс. Артём, ты хост должен быстрее соображать. Я, короче, не знаю, что делаю. Просто нажимаю на клавиши W, Q, E. Ничего не делаю, они как-то сами все. А я двигаю просто камеру влево-вправо и все. Ой, это босс. Похоже, он хочет подраться.
Нет, хорошо. Я тут. Сколько у него хп? 11 тысяч, Артём. 11 тысяч. Где он? А, вот он. Что-то он какой-то злой. Сейчас его ножкой и ногогоркой замутим ему что-нибудь. Он на меня агрится постоянно. Сейчас несы похилю всех. Мы к нему подойти просто. Он отступает, Артём! Он отступил! Боже мой! Не хотел бы я почувствовать его, себя на его месте. Я еще похилю. Хераси! Артём, у нас 2 минуты! Артём, гасимся! На ногу! На ногу, у нас 2 минуты, все. Успеем. А вдруг нет? Я нашел это место. Там, по-моему, кто-то мешается. Я с вами. Короче, я свой персонаж без Валива, ничего не знаю. Забиваем, но все, просто валим. Я всех привел. А нобов бросим, да? Сейчас таки не опа. Короче, ладно, пушечное мясо оставили. Почему здесь нет статистики? Я бы хотел узнать статистику свою по этому поводу. Насколько прекрасно мы справились. Герб получили. Письками хотел помериться. Кто больше смотря с кем. Да не, я про общую статистику. Хотя это тоже можно. Тоже вариант. Измерение это прекрасно. Я ради этого учился. Наверное. Оценку. В тяжелые времена люди всегда ищут виноватых. Брать свое от судьбы, а не склонять перед ней голову — это признак силы. Многие неизбежно будут винить тех, кто покарал Тифон, Ордо Маллиус. Но Инквизиция лишь выполняет свои прямые обязанности. Сильнее бояться ее глупо, ненавидеть ее ересь. Более благоразумный возложит ответственность на тех, кто вынудил Инквизицию. Если повезет, эта ненависть у таких людей разобьется в цель, и они станут хозяевами своей судьбы и поступят на службу Императору. И в то же время череду этих событий запустил я одним единственным ударом своего молота, божественного расщепителя. Чё к чему? Зачем все эти кампании, если все равно катсцены одинаковые? Что-то я не понимаю. Вон, нам надо на суд воронов, видимо, идти. Чё тут прокачать? О, прокачка. ХЗ вообще чё качать? И зачем качать? Качай здоровье. Спугумс. Его можно дать особый свинцемет вместо поджиги. Как думаешь, что лучше, свинцемет или поджига? Ну,
свинцемет это вроде как против тяжелой и обычной пехоты, а поджига тоже против них? Против легкой. Ну, против легкой в большей степени. Ну, хотя, наоборот, нет, наоборот. То есть тут вот, если посмотреть стату, да. То есть... Почему инфентри, хиви, инфентри? 75-100. Ну, у поджиги 100 и 75, видишь? А у свинцемета 100 и 67. Короче, я ставлю поджигу, тогда... она же еще может выжигать здание, точно. Бери поджигу тогда, да. Ракетомет протодим. Тоже можно продать. Герб это все твое, бабах, прочее говно. Йоп, ничего интересного. Какие-то странные скиллы. Капец. Окей. Во, я хочу вот этого насадить орка на палку. Это интересно. Блин, не дойдет, не дойдем, наверное. Что? Насадить орка на палку. При активации орк насаживается на палку. Его вопли заставят врагов обратить на него внимание и атаковать. Мне интересно... У кого такая способность? У спугумса. Или спугумса. Короче... Как называется? Самое верхнее правое, что-то там... Ложная цель. Видимо, анус ложная цель, я не знаю. Так, что там? На суде воронов. Ничего. У них вообще брифингов нет. Парни просто мочат всех. Прям как Рассел Кроу. Я тоже знаю. Просто. Черт, а ты, Артём, что-то выбрал, да, там какую-то награду или еще что? После миссии. Или нам не давали? А, окей. Че выбрал? Для нобов улучшения. А, вот, светится. Как-то с топориками. Громадные молоты. Молоты увеличивают урон, наносимый отрядом нобов. При атаке молотами нобы набирают кинетическую энергию, вследствие чего следующая успешная атака наносит больше урона. Находясь вне боя, нобы теряют накопленную энергию. Охереть, нельзя просто сказать, мол, идите деритесь, будет больше урона. Нет, надо кинетическую энергию там. А если она не кинетическая? Если она, там, допустим... Хотя да, какая еще может быть. Просто энергия, допустим. Я готов, мне вообще ничего не нужно. Вот такие улучшения, я прям не знаю даже, что качать. Давай я за тебя прокачаю. Прям эники. Давай это на посчиталочке, там катилась апельсинка. О господи, а как там дальше-то? Фак, я не помню эту считалку. Ну и хорошо, наверное, это доказывает, что мне по крайней мере лет 10. Если я не помню детских считалок. Или наоборот. Тём, какая разница? Ты все равно этим не пользуешься. Какая разница? Вот так-то да, если учесть то, что я использую гвардию. Какая разница? Просто забейся. Завтрак, он так нужен. Почему не могу шмот продать? Этот стой. А вот этот смог продать. А я этот... же тебе... Не. Я, кстати, тебе же скидывал этот DLC для орков. У тебя не появились эти шмотки? По-моему, что-то появилось. Как раз их и поставил. То есть открывашка и супер модная вешалка босса, да? Ну, видимо, да. А то оно стоило 9 рублей, я думаю, ну блин, все, раскошелюсь, но куплю. Ох, погнали. Суд воронов. Подожди.
Чем вон был день космонавтики, и тут называется возможность у капитана Бладфлага «Поехали!». При активации идет короткий, но значительный прирост скорости, который отбрасывает в отряды вокруг Бладфлага. А вот тебе так нужно. А вот, по-моему, счастливый зуб тоже из этого, из DLC. При убийстве восстанавливает энергию ближайших союзников, доступно на любом уровне. С аксессуарами беда. Ну, у тебя лучше, да. Короче, я не знаю, что качать. Качай энергию! Тут как бы есть это, у энергии веселый какой-то навык. Призывать каких-то ребят. При активации телепортируют на поле боя стаю агрессивных заморышей. Еще неизвестно, на чью сторону они встанут. Какие заморыши? Это как тот этот дредноут! Я помню. О боже мой, агрессивный, да, агрессивный заморыш. Причем он агрился только на меня, мать твою. Почему он на тебя не агрил? Я такой иду, и он начинает меня бить.